Рассказали мне, жил один влюбленный радист до войны на острове Диксон. Рассказали мне, был он не слишком смел, да и любви привык сторониться. А когда пришла она, никак не умел с девушкой-радисткой объясниться. Но однажды, вихрь приказов и смет, график передачи ломая, выбил он «целую» и принял в ответ. Что передаешь? Не понимаю. А как бабушке помирать? Стали голуби ворковать. Что ты, старая, так лихуешься? А она в ответ: что воркуете? А воркуем мы про твою весну. А лихуюсь я, что идти ко сну, что навек засну сном закованным. Я бессонная, я фартовая. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я больна, увы, не вами. Что такое мы? Мы из лесов безбрежных, мы из блокадной тьмы, мы из стихов сгоревших, из невысоких изб песенного всесилья, мы из бессмертия, мы из плоти твоей, Россия.